рассказать хочу сперва, что жизнь движенца нелегка, и он достоин уважения. Он формирует поезда, он отправляет поезда, следит за их передвижением. Ему бывает нелегко, если заказано окно, но надо обеспечить сдачу, предупреждение выдать в срок, ускорить поездопоток. Это нелегкая задача. А ну, ответь нам, поездной, что знаешь ты из должностной, про телеграммы, про ДУ и про запросы из ОСУ. А ну, ответь нам, поездной, что знаешь ты из должностной, про телеграммы, про ДУ и про запросы из ОСУ. Вагоны с горки распустить, их правильно затормозить, не допустить соударенья. Состав под горкой оградить и башмаки установить согласно нормы закрепления. Знать техпроцесс и ТРА, помнить инструкции всегда и быть всегда за все в ответе. Регламент связи соблюсти, грузопоток перевести и безопасность обеспечить. Эй, ДСП, эй, ДСП, ответь скорее ЦРБ, про случай брака, про отказ, распоряжение и приказ. Эй, ДСП, эй, ДСП, ответь скорее ЦРБ, про случай брака, про отказ, распоряжение и приказ. Движенец должен управлять, сигналы, стрелки открывать, но без враждебности маршрутов. Задержки все предотвращать, бригады не передержать, принять решение за минуту. Нормы простоев выполнять, сроки доставки соблюдать, знать номера всех указаний, систему менеджмента знать и факторный анализ сдать, и помнить план формирования. ДСПП и ДСП, ДСПО, ДСПГ, приема сдатчик ДСЦ и оператор СТЦ, регулировщик ПКО и составитель поездов, приемщики ОСКО ПВ, ну и, конечно, главный ДСП.